Нижневартовскую ГРЭС во время своей рабочей поездки по региону посетила губернатор Югры Наталья Комарова. Запущенная в 1993 году электростанция на сегодняшний день третья по мощности в Тюменской области и один из основных поставщиков электроэнергии по Уральскому федеральному округу. Губернатор посетила машинный зал предприятия, где попутный нефтяной газ перерабатывается в электричество. В операционном зале приняла доклад старшего дежурной смены. А также энергетики приняли участие в эстафете рукопожатий, запущенную в округе в честь Года народного сплочения. Уважаемая Наталья Владимировна, да. Еще такой момент. Я хочу присоединиться к эстафете рукопожатий нашей юбилея. Да. Пожелать вам силы, здоровья, энергетики от всего трудового коллектива Нижневартовской ГРЭС. Всего зарядилось. Да. Такой мощности. Спасибо вам.